На отремонтированном участке улицы Леонова от пересечения со Свиятелова в сторону восточного обхода появились тротуары. О пешеходной зоне здесь люди просили давно. Однако принимать этот объект и весь отремонтированный участок от МИРа протяженностью почти 7 километров приемочная комиссия не спешит. Видимо, система. Буквально неделю назад представители общественной палаты проверяли участок. По итогу общественниками был составлен список замечаний, которые подрядная организация должна была исправить. Ну, вообще, работы сделаны были неаккуратно, да. И вот на сегодняшний день мы приехали и увидели, собственно, ту же самую историю. Да, местами где-то было поправлено, конечно. А в целом, ну вот мы как общественники, конечно, такую работу принять не можем. Стоимость выполнения ремонтных работ на этом участке в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» – 114 миллионов рублей. По итогу проверки у комиссии к качеству покрытия на автомобильной дороге и тротуарах претензий нет. А вот состояние бордюрного камня вызывают вопросы, в частности, как долго они прослужат. Уже сейчас в некоторых местах появились выбоины и трещины. Объект в настоящее время не принят. Есть незначительные замечания, которые подрядчик в течение недели обещал устранить. Пройдет повторная проверка. Мы посмотрим все замечания, которые устранил подрядчик. И уже по результатам повторной проверки мы принимаем решение о вводе в эксплуатацию данного объекта. В том числе комиссия осмотрела отремонтированный участок улицы Свиязева протяженностью больше 2 километров. На днях там также были выписаны замечания подрядчику. Сегодня объект принят, акт приемки подписан. На Свиязево установлено 67 новых опор освещения. Сделан новый тротуар, газоны. Всего 62 дорожных объекта в пермской агломерации в этом году будет отремонтировано в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». 2 миллиарда рублей – такая сумма выделена на реализацию программы. 1 миллиард из федерального и 1 из краевого бюджетов. Роман Лабурец, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».